первый год потерь и страха заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первый шел постарше, темнорусый, все при нем, и силушка, и стать. А за ним второй, пацан без усы, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Найн», — твердил он важно, — «расстреляет». «Нет», — она просила, — «пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня, меня убейте, но в живых оставьте сыновей». И ответил офицер ей чинно: «Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее, выбирает». «Как? Смертельной этой круговерсии ей сберечь, кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последыш обречен на смерть». Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила. Ох, не пожелаешь и врагу мук таких! Сынов перекрестила и призналась фрицу: «Не могу». «Ну, а тот стоял непробиваем с наслаждением, нюхая цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты». Старший, виновато улыбаясь, младшего прижал к своей груди: «Брат, спасайся! Ну, а я останусь. Я пожил, а ты не начинал». Отозвался младший: «Нет, братишка, ты спасайся. Что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать». Тут уж сиво немец молвит: «Бите!» Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: «Расстреляет!» Ахнули два выстрела, и птицы дробно разлетелись в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить сыночкам, не цвести. Дура матка, получает немец, одного могла бы хоть спасти. А она, баюкая их тихо, вытирает с губ сынов в них кровь. Вот такой убийственно великой может быть у матери любовь.